Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Надежда Выходцева. 16-17 июня в Хабаровске шла конференция по очень сложной теме, которая связана с помощью тяжелобольным детям – детский паллиатив. В нем приняли участие врачи, специалисты Минздрава края, основные докладчики семинара, представители Московского благотворительного фонда «Детский паллиатив». Сегодня они у меня в гостях. В студии Карина Вартанова, директор благотворительного фонда «Детский паллиатив», и Наталья Сава, директор по научно-методической работе благотворительного фонда «Детский паллиатив». Добрый вам день! Добрый день. Вы знаете, когда мне вчера, собственно говоря, сказали, что я буду с вами разговаривать, я восприняла это так спокойно. У меня все-таки, естественно, научное образование, я была в анатомке, всякое разное видела. Но ночью я проснулась в диком ужасе от самой темы. Как вы занялись этой темой? Я сама по профессии детский онколог, и поэтому у нас всегда были дети, которые нуждались в паллиативной помощи. И, к счастью, вот если в 90-х, в 90-е годы мы имели одного ребенка, который выздоровел, а все остальные паллиативные дети, они умирали, то сейчас детская онкология, она поразительно вылечивает, и большинство детей, они не нуждаются в паллиативной помощи. Но детский хоспис был организован как раз на базе отделения онкологии. Потом, когда онкологических детей уже стало совсем мало, стало понятно, что есть неонкологические детки генетическими заболеваниями и другие, которые тоже нуждаются в паллиативной помощи. И поэтому вот, да, теперь хочется им помогать всем. А вы? Ну, у меня немножко другая предыстория. Я очень долго, почти 16 лет работала в детском фонде Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, и занималась различными проблемами, связанными с детством именно, да, и в том числе и в области здравоохранения. И когда мне предложили работать в фонде паллиативной помощи детям, конечно, у меня были сомнения. Конечно, были сомнения, но потом вот по такому здравому размышлению приходишь просто к выводу, что дети с неизлечимыми заболеваниями – это такие же дети, как и все остальные. И от того, насколько качественно мы можем им помогать проживать вот ту жизнь, которая им дана, зависит очень многое. Зависит их состояние, зависит состояние их родителей, их семей и благополучия. И в конечном счете, это, я всегда об этом говорю, это показатель степени нашей цивилизованности как общества. То, что мы можем и должны помогать тем детям, которым медицина помочь бессильна. Давайте, возможно, в связи с тем, что это сравнительно новое понятие, да, там закон изменился сравнительно недавно, что входит в терминологию паллиативная помощь, как она выглядит в принципе у нас в стране, может быть, в мире? Паллиативная помощь – это отдельный вид медицинской помощи, который сейчас, с 2011 года, включен в закон в России об охране здоровья граждан. И теперь люди могут получать не только помощь от участковых педиатров, не только помощь от специалистов стационарных каких-то специализированных, не только скорую помощь, но еще и паллиативную медицинскую помощь. Причем этот вид помощи может оказываться наряду с другими всеми. То есть ребенок, он одновременно может и в поликлинике участковой наблюдаться, и в стационар госпитализироваться, и скорую вызвать, и плюс еще, если у него неизлечимое заболевание, к нему может приезжать на дом выездная служба, которая состоит из врача, медсестры, психолога, социального работника. Это такой минимальный набор. И эта команда делает так, чтобы те симптомы заболевания, которые не дают ребенку нормально жить, нормально спать, нормально кушать, выходить на улицу, и родители из-за этого тоже, они не спят, не выходят на улицу, не работают чаще всего, теряют друзей, связи, семьи разводятся. Соответственно, есть очень много медицинских проблем, и есть очень много психологических, социальных и духовных проблем и у семьи, и у ребенка. И вот эта служба паллиативная, она делает так, чтобы этих проблем стало меньше. То есть заболевание само, оно остается, но мы убираем симптомы проявления болезни для того, чтобы ребенок мог спать, и мама с ним вместе спала, чтобы ему ничего не болело, его не тошнило, чтобы его судороги не корчили. Они вышли гулять на детскую площадку, чтобы у него стояли правильные трубочки, которые не пугают всех окружающих людей. И, соответственно, родители даже иногда идут, работают, рожают следующих детей, чтобы была уже большая семья, и чтобы были еще люди, которые любят вот этого неизлечимого ребенка, и все друг другу помогали. Я как раз тут и прочитала, что на сайте нашей больницы, где написано, что есть паллиативная помощь,
секундочку, про то, что смертность среди близких родственников, ну, онкобольных в данном случае, возрастает на 40%, ну, если человек в семье болеет. Получается... Это тяжелый моральный груз, конечно, и физически. Скажите, пожалуйста, ну, я знаю, что за рубежом это достаточно сравнительно давно, 70-х годов, у нас только-только формируется. Вот если мы говорим о примере нашей страны, где паллиативная служба более-менее сформирована, на что мы можем ориентироваться, узнать, ну, потом, чтобы перенять кальку? В Москве, например. В Москве очень хорошая есть служба государственная и негосударственная. И Москва еще дает субсидию негосударственной службе, чтобы она оказывала те услуги, которые государство пока не может еще оказать. Да? То есть не хватает рук, не хватает служб. И поэтому вот есть детский хоспис «Дом с маяком», например, который имеет сейчас уже и стационар, имеет очень крутую выездную службу и в Москве, и в Московской области. И она охватывает более 800 детей, вот эта служба. И плюс есть несколько государственных отделений, которые есть стационарные и тоже выездные. И дети как бы в Москве распределяются между этими выездными службами в зависимости там, от диагноза, от тяжести. И я считаю, что, наверное, практически все дети сейчас в Москве, которые нуждаются в этой помощи, они уже находятся под крылом какой-то службы и ее получают. В таком случае, если мы проводим аналогии, я просто потому что как быстро там ее сформировали, эту паллиативную службу, чтобы потом можно как кальку было перенести, ну, предположим, в тот же Хабаровский край, если это возможно. Ну, вы знаете, вообще надо сказать, что у нас развитие детской паллиативной помощи происходит достаточно быстрыми темпами. Вот если говорить о том, что в законе появилась вид паллиативной помощи, как вид появился только в 2011 году, вот посчитайте, прошло. Даже не прошло еще 10 лет. Да, да. За это время достаточно много регионов создали по-разному. Где-то отделения, где-то службы выездные, где-то есть хосписы. Хосписов меньше всего, потому что это очень такая сложная, комплексная модель, трудоемкая. Но вот по сравнению, мы смотрим темпы, с которыми это все развивается, и это не может не радовать. Во-первых, паллиативная помощь, она вошла в число государственных приоритетов, что очень важно. Выделяется целевое финансирование на развитие. И при желании создать, ну, хотя бы такую первую стартовую какую-то минимальную службу, это можно сделать достаточно быстро. Достаточно быстро. То есть я правильно понимаю, что это входит в полис УМС, и дополнительных затрат от семьи не потребует? Это бюджетное финансирование. В полис не входит. В полис не входит, но есть отдельные деньги, которые даются на эту службу и из бюджета финансируются. То есть я просто потому, что неизлечимый ребенок часто появляется, ну, кто-то на этом нехорошо играет, так скажем, но бывает, правда, очень сильно нужно помочь, и люди ищут возможности. То есть, в принципе, это... Правда, вот это бюджетное финансирование, оно идет последние 2 года только. И именно поэтому тормозилось все, потому что у регионов не было денег, есть другие приоритетные задачи, как все считают, и на паллиативную помощь. Тоже. Да, да. Ну, сейчас это вообще... Но даже до коронавируса было очень много всяких задач, и у регионов не было действительно возможности финансировать самостоятельно эту службу. И пока не появилось федеральное финансирование, было очень сложно говорить регионам, что, ребята, давайте открывайте эти службы. В основном были службы негосударственные, да, которые открывали НКО. Вот. Сейчас, когда пошло уже государственное финансирование, то, конечно, появляются уже государственные выездные, стационарные отделения. И чем больше будет финансирование, тем лучше, конечно, быстрее будет развиваться эта служба. Вот вы, я знаю, уже были в больнице Хабаровска, оценивали какое-то там состояние наше. Вот как вы оцениваете, насколько мы готовы, насколько у нас это возможно, и как Хабаровскому краю это развить? Вы знаете, вот мы сегодня обсуждали после семинара с главным внештатным специалистом по детской паллиативной помощи возможные перспективы. У меня есть ощущение, что сделать это можно достаточно быстро при условии, если сосредоточиться на подготовке хотя бы минимального состава специалистов, которые должны возглавить это движение, потому что... Ну, например, создание выездных служб, оно не требует никаких глобальных там, переустройств, вложений, телодвижений. Да? Это достаточно простая история, простая экономичная история. Сделать это можно в структуре любой детской больницы.
Это может быть Хабаровск, это может быть Комсомольск-на-Амуре, даже это может быть любая территория. То есть любое медицинское учреждение. Да. Там, где уже есть специалисты, ну просто этих специалистов нужно слегка подучить и объяснить им, чем отличается там паллиативная помощь от традиционных куративных подходов, и это все можно запустить очень быстро. А в чем будет отличие? Потому что, ну, если у кого-то есть такой больной ребенок, родитель, ну, хотел бы тоже понимать, как ему будут оказывать помощь, ну, потому что, ну... Это очень, очень хороший вопрос, просто прекрасный, потому что родители опасаются паллиативной помощи, ровно потому что им кажется, что как только ребенок переходит под паллиативное наблюдение, все остальное заканчивается. Это же типа путь это к смерти. Это не так. Это не так, и особенно в детстве это не так. Мы не ведем речь о том, что это какие-то короткие промежутки, там, терминальное состояние. Ребенок с паллиативным заболеванием может жить достаточно долго и при этом получать всю ту помощь, которая ему положена по профильному заболеванию. То есть она не отменяется. Медицинская помощь, которую он получает обычно, она не отменяется, она остается. Но к ней добавляются возможности паллиативного ухода, паллиативной помощи, вот той самой психологической, социальной поддержки, духовной поддержки, которая в обычных медицинских учреждениях, конечно, не предусмотрена. То есть, получается, выигрываем время, если да. Вот как онкобольные, вы знали, да, в начале своей практики, что только один ребенок выздоравливал, но потом научились выздоравливать. То есть есть шансы, что все-таки смертельные болезни перестанут быть смертельными. Дело не в этом. Ну, шансы есть, и действительно, всегда. Медицинский прогресс, он забирает из паллиатива детей, к счастью. Вот, и вот сейчас это произошло чудо со спинально-мышечной атрофией, со спинразой, когда теперь у нас есть большая надежда, что, в конце концов, дети со СМА перестанут быть у нас под опекой, потому что они перестанут нуждаться. Но есть огромное количество других детей, которые сейчас появляются. Например, дети с экстремально низкой массой тела, которых стали выхаживать, и они, к сожалению, к сожалению, не все становятся здоровыми. Это дети, очень часто дети-инвалиды или же дети, которые нуждаются в паллиативной помощи. И я просто хочу привести цифры по поводу смертей детских в паллиативе. Значит, в России примерно около, ну, 180-200 тысяч, как минимум, деток ежегодно нуждаются в паллиативной помощи. Из них ежегодно умирает 9,5 тысяч. И, соответственно, все остальные дети, они живут годами. И вот те терминальные, которые, вот как онкологические, они придут под нашу опеку, под наше крыло, чтобы умереть в ближайшее время. И мы им помогали пройти вот этот и их семье тяжелый путь, это умирание и потом сопровождение после смерти, то основная группа пациентов, это, ну, больше 90% получается, которые будут жить долго. Они могут дожить до 18 лет и перейти во взрослый возраст. И даже есть такое понятие, как паллиативная помощь молодым взрослым. Это 18-25 лет. И вот паллиативная помощь наша, она как раз-таки заточена, чтобы детей не положить в больницы, не положить в хосписы, а чтобы принести помощь домой в виде выездных служб, чтобы дети могли и семьи не только справиться с болезнью, но еще быть очень социализированными и встроены в общество, потому что они как раз-таки вот будут с этой болезнью своей неизлечимой жить годы. И очень много вопросов сейчас встает, например, по социализации подростков, которые имеют, да, по тому оборудованию, которое есть. Сейчас есть возможность работать и учиться дистанционно. Или, допустим, вот паллиативные специалисты адвокатируют право паллиативных детей посещать школы, посещать детские учреждения. У нас дети с аппаратами ИВЛ ходят в бассейн и летают на самолетах, ну, куда-то отдыхать, даже за границу. Но для того, чтобы это случилось, да, вот эта сказка, на самом деле, которая сейчас уже есть в Москве, например, для этого надо очень хорошее медицинское сопровождение, психосоциальное сопровождение семьи. Потому что, понятно, для того, чтобы ребенка посадить в самолет, ты должен, как медик, провести просто огромную работу, чтобы ему, ну, как бы у него было такое самочувствие, несмотря на его неизлечимое заболевание, чтобы ему, во-первых, хотелось это сделать, да, родителям хотелось это сделать, чтобы это было безопасно, и чтобы они вернулись тоже и провели там отпуск, не бегая там со своими проблемами, да. И плюс еще паллиативная помощь – это всегда 24/7, то есть даже когда они отрываются от службы и куда-то летят, мы все равно дистанционно их всех курируем и сопровождаем. Давайте продолжим разговор буквально после небольшого перерыва. Сейчас мы уйдем на рекламу и продолжим разговор о важной паллиативной помощи.
Мы говорим о паллиативной помощи, о том, как она может развиться в Хабаровске. В студии Карина Вартанова, директор благотворительного фонда «Детский паллиатив», и Наталья Сава, директор по научно-методической работе благотворительного фонда «Детский паллиатив». Мы с вами закончили о том, что достаточно большой объем специалистов требует как раз паллиативная помощь, и психологи, и ну, сами непосредственно медики, которые там нужны для лечения той или иной болезни. Вы проводили семинар. Вот как на него реагировали наши специалисты, какой интерес был, очень интересно узнать, и какие методические пособия, может быть, что дали вы им в итоге? Ну, я бы сказала, что реакция ваших специалистов на семинар, на те материалы, которые, на ту информацию, которую мы делились в ходе семинара, на мой взгляд, им это было интересно, важно и нужно, потому что ну, мы судим по количеству вопросов, по количеству комментариев, которые звучат. Кроме того, как мы это обычно делаем в любой территории, с которой мы работаем, мы присылаем огромное количество литературы, методической литературы, потому что наш фонд как раз занимается разработкой, переводом, выпуском, изданием. И на сегодняшний день библиотека литературы по именно детской паллиативной помощи самая полная – это наша библиотека, это работа наших экспертов, она представлена у нас на сайте, она абсолютно доступна всем и каждому, то есть ее можно скачать бесплатно, без регистрации, без каких-то барьеров, без ничего. И в Хабаровск мы тоже привезли очень много литературы. Ее забрали участники семинара, она осталась в Институте повышения квалификации. То есть я думаю, что это все это тоже сработает на ну, ускорение процесса формирования вот, сети служб в Хабаровском крае, безусловно. Вы посещали наши больницы, вы, возможно, знакомы с статистикой. По вашим ощущениям, как специалистов, насколько сильна эта потребность в паллиативной помощи, тем более детской, именно в Хабаровске и в Хабаровском крае? Ну, я бы сказала только вот две цифры, а вы сами можете решить, насколько это сильно или не сильно. Мы в свое время проводили исследования, это немножко, ну, такое, не сказать устаревшее, но просто других исследований нет. В 2014 году было исследование совместно экспертов нашего фонда и научного центра здоровья детей по определению потребности, сколько детей в нашей стране нуждаются в такой помощи. И там была очень подробная разбивка по регионам, по каждой конкретной территории. Вот по Хабаровску 1991 ребенок нуждается в общей паллиативной помощи, и 1213 нужда из них, 1213 или 1230, ну вот в таком, такой порядок нуждается в специализированной паллиативной помощи. Вот сегодня эти цифры я озвучивала на семинаре, и специалисты признают, что, конечно, те дети, с которыми они уже сейчас начали работать, это только верхушка айсберга. Огромное количество детей не выявлено, огромное количество детей остается за пределами, ну, за рамками внимания системы здравоохранения. Почему? Очень простое объяснение. Если нет помощи паллиативной, то зачастую семьи с такими больными детьми, они просто не обращаются, они остаются в тени, они остаются за кадром. Как просто только... некому оказывать помощь, некому оказывать, да, помощь. Получается... куда они пойдут. И проблема очень большая еще в том, что специалисты не понимают, кто такие паллиативные дети. Да. Вот. И это большая проблема вообще в целом России, это не только Хабаровский край, это в принципе такая глобальная проблема на сегодняшний день у нас. Связано это с тем, что паллиативная помощь не преподается в вузах и в училищах. И, соответственно, специалист, который учился, например, в педиатрии, он выходит, не понимая, кто такие дети, которые нуждаются в паллиативной помощи. Потому что все думают, это кто вот умирает. Ну, понятно всем, что, допустим, онкология, да, вот умирающие нуждаются в паллиативной помощи. А кто эти все остальные дети, абсолютно непонятно. Вот как их классифицировать тогда? Ну, потому что есть определенные критерии, да. То есть есть группа пациентов, которые, ну, которые тоже составляют не онкологические, да, вот эти все диагнозы. И, допустим, это врожденные пороки развития, которые нельзя прооперировать. Да. Это различные генетические заболевания. Это различные состояния, которые появились во время родов или в первый месяц жизни ребенка. И сейчас вот развивается еще перинатальная паллиативная помощь. Да. Это еще и для тех, кто знает, что
родится ребенок уже с неизлечимым заболеванием и принимают решение рожать этого ребенка. Соответственно, вопрос всегда все-таки, кто этот ребенок, например, если ребенок с ДЦП, то какой ребенок с ДЦП нуждается, а какой не нуждается. Или если это муковисцидоз, то какой ребенок с муковисцидозом еще не нуждается, и когда он уже начинает нуждаться. И, соответственно, есть определенные критерии, которые указывают на то, что да, состояние уже стало тяжелым, болезнь прогрессирует, есть много вот этих симптомов, которые мешают жить, нарушают качество жизни. И паллиативная помощь — это как раз-таки все наши усилия направлены на улучшение качества жизни, несмотря на наличие неизлечимого заболевания. Так вот, специалисты, которые сейчас работают в медицине, из-за того, что есть вот этот огромный пробел базового обучения всех, да, и в том числе психологов, социальных работников, они думают, что это только помощь умирающим, а не просто помощь тяжелым, тяжело болеющим детям с хроническими тяжелыми заболеваниями. И когда мы хотим, ну, что-то сдвинуть, мне кажется, мы, конечно, должны начать, во-первых, с общества, чтобы они понимали, что такое паллиативная помощь, и что это не только помощь умирающим, и со специалистов, потому что они не хотят идти в эту область, потому что тоже все хотят лечить, излечивать пациентов и не понимают, что им делать, когда они работают с неизлечимыми детьми. Этому надо учиться. За границей есть вообще отдельная специальность — паллиативная медицинская помощь. Обучение 2 года. После того, как ты 5 лет проработал просто по какой-то своей специальности. И в каждой специальности есть ребенок, который нуждается в паллиативной помощи. Это есть неврология, это есть в кардиологии, это есть нефрология и везде-везде. Но надо понять вообще вот эти критерии, надо учить специалистов. И еще есть один момент. Есть 2 вида помощи, они сейчас тоже в законе определены. Это первичная помощь и, да, или общая, скажем так, и специализированная. Значит, первичную должны уметь оказывать все специалисты. То есть участковый педиатр, который приходит к ребенку, он должен владеть основами симптоматического контроля, помощи в конце жизни, понять, какие симптомы, как будут прогрессировать, обезболивание, как использовать наркотики, например. И он же должен уметь коммуницировать с семьей. У нас, опять же, большая проблема, что люди не умеют друг с другом разговаривать. Мама в депрессии, тоже. Мама тяжелая, мама все время у государства чего-то там добивается, да, и она уже привыкла быть, вот, жить в таком агрессивном состоянии. А врачи принимают это лично на свой счет, и получается личный конфликт, да, вместо того, чтобы понять, что мама действительно нуждается в помощи, в поддержке. И вот паллиативная помощь, она дает возможность всем помириться, что называется, ребенку начать оказывать помощь, маме психологическую поддержку, врач коммуницирует, и это терапевтический коммуникации, и этим должны владеть все специалисты, да? И это как бы такие общие вопросы, но есть еще специализированная паллиативная помощь. Это как если бы, допустим, ну как вам объяснить, есть пневмония, которую может лечить участковый педиатр, да, а есть пневмония, которую должен уже лечить пульмонолог. И вот здесь то же самое. Есть виды какой-то деятельности, которую тоже участковый педиатр может использовать в своей работе, но должен быть специалист, который занимается круглосуточно уже вот этими вот детьми и оказывает консультации всем остальным специалистам, всем остальных специальностей. Таких специалистов в Хабаровском крае, ну, буквально вот 2 человек, которые могут оказывать специализированную паллиативную помощь. И практически нету тех, кто обучен вот этой базовой паллиативной помощи. И, конечно, для того, чтобы начать вообще выявлять этих детей и понимать, что с ними можно делать, и отвечать на вопросы родителям, зачем вообще нужна эта помощь, чтобы никто не пугался, да, и каждый мог вообще рассказать что-то, конечно, надо начать обучать людей. Вот наш семинар — это такое, ну, вообще, нужно сказать, семинар для чайников — это просто погружение в проблему, чтобы люди, вот, да, у всех вот вопросы на базовом уровне, они, ну, идентичны, да, это работа с умирающими или нет, что можно делать, если нельзя вылечить, да, что тогда можно делать с пациентом. Потому что даже вопрос, когда дети находятся в интернатах, ну, таких специализированных, и они просто, ну, в состоянии около овощного, кто-то говорит о том, зачем им жить. И такие разговоры я даже слышала. Может быть, им стоит... Ну, мы не называем наших детей овощами, я вообще за такие вещи очень ругаюсь. То есть у нас всегда есть, значит, состояние, да, состояние, скажем так, интеллекта и головного мозга у любого человека, которые позволяют ему коммуницировать каким-то образом с внешним миром. И любой ребенок, который живет, независимо от того, как он может коммуницировать, он чувствует,
Да? Он чувствует любовь, боль, ласку, тепло. Дети, которые, допустим, в интернатах, и которые, ну, все говорят, что они в вегетативном состоянии. Да? Если вы его переводите просто в другую палату, переносите с одной койки, да, на другую койку, у него начинается ухудшение. Дети, которые из детского интерната переведены во взрослые психоневрологические интернаты, они умирают в течение 3-6 месяцев очень часто. Потому что, во-первых, им тоже там медицинская помощь оказывается не на должном уровне. Но очень часто это как раз-таки депрессия вот внутри ребенка, которого считают вегетативным. Поэтому нам не дано пока заглянуть в человеческий мозг. Мы не знаем, ну, вот, что там творится, если ребенок не говорит. Да. То есть, если ребенок, вот, допустим, со СМА, он не говорит, да, мы знаем, что у него хороший интеллект, потому что мы точно знаем, что он может, допустим, глазами, да, складывать какие-то буквы, слова и синтезировать, допустим, речь. Да. Если это ребенок с поражением центральной нервной системы, и у него спастика, и он не может даже, ему просто судороги и спастика не позволяют водить глазами, то мы не знаем вообще, о чем он думает. Он, может, лежит и думает, о придурке вообще. Вот. Но тем не менее. Дали бы стакан воды. Да, да, дали, но так оно и есть. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. И я считаю, что вот, пока любой человек живет, мы должны относиться к нему как к человеку. И даже когда человек умер, к телу умершего ребенка или умершего близкого человека, мы должны относиться как к умершему человеку, а не просто как к какому-то, да, телу, которое можно завернуть в мешок и там куда-то там чего-то с ним делать грубо. И для родителей это очень важная история, и в том числе вот про тело ребенка. То есть если мы очень бережно, очень красиво все это делаем, то они живут и проживают вот эту потерю ребенка намного легче. Потому что, во-первых, служба подставляет плечо свое, да, то есть не только медицинское, психосоциальное, просто они чувствуют вот эту человеческую, нормальную человеческую поддержку. И дальше, когда ребенка уже нету, они что вспоминают? Как ребенок рождался, как они жили и как он умер. Да? И вот эти моменты, они поминутно вот просто. Да? И если они были красивые, если родители были вместе с ребенком, были дома, все попрощались, ребенок ушел без боли, да, просто как свечка заснула, все. И дальше с телом красиво обошлись. И дальше, ну, вот какая-то церемония, которая соответствует там традициям семьи, произошла. И мы, допустим, как медики, позволили, да, родителям находиться в эти очень сложные минуты рядом всем. Эта семья, она будет иметь светлую память и благодарность. И мы, например, в паллиативной помощи получаем невероятное количество благодарности за то, что мы просто были рядом и помогали. Мы не вылечили ребенка, мы вместе хоронили ребенка, и родителям нам безумно благодарны за то, что мы были весь этот период рядом. И плюс еще паллиативная помощь – это всегда сопровождение семьи как минимум в течение 6 месяцев после смерти ребенка, чаще до 2 лет, ну, это такой классический стандарт вообще международный, от 6 месяцев до 24 месяцев, когда есть специальная программа горевания, и если мы видим, что родители очень остро переживают, и им нужна помощь и психологическая, и социальная, и они между собой тоже уже начинают ссориться, и скучать, и не могут работать, начать, то тогда, конечно, специалисты паллиативной помощи попытаются помочь семье так, чтобы они все-таки перешли к светлому гореванию, и не надо забывать, да, но надо научиться с этой светлой памятью жить, и хранить в сердце этого ребенка, и работать дальше, и любить там мужа, семью. Это все очень сложно на самом деле, но это возможно. Без службы это точно невозможно, а вот со службой это все возможно. Вот, предположим, служба, которая будет формироваться в Хабаровске, детская паллиативная, как много людей должно быть в ней задействовано? Насколько она должна быть огромной? Вы говорили, что с минимального количества можно начать, потом да, она разрастется. Вот какое вот количество вот этого минимума? Четверо. Да, я тоже так на считаю. На почти 2000. Четверо. Надо начать, знаете, начать, не надо да, объять необъятное, не нужно. То есть всегда надо начинать с какого-то маленького пилота. Но двое уже есть. Я да, буду говорить, что 2 специалиста уже есть. Отработать его хотя бы там на Хабаровске или на части какой-то Хабаровска, да, понять, кто эти дети, и действительно получить знания, начать обучать других специалистов и потихонечку уже там в течение, допустим, не знаю, там 5 лет вырасти уже до всего Хабаровского края. Это нормально. То есть не надо пытаться сразу закрыть вообще все. Хорошо. То есть 2 есть, а дополнительные 2 как быстро могут появиться? Может быть, вы видели их уже на примете?
есть? Очень сложно. На самом деле это очень сложно, и найти специалистов в паллиативную помощь действительно очень сложно, особенно, во-первых, при условии дефицита кадров, во-вторых, потому что это паллиативная помощь. И вот наши семинары, они помогают менять мозги людям. То есть люди перестают бояться паллиативную помощь и начинают задумываться о ней как о профессии. Вот в этом плюс. И пока ты человека не обучишь и не расскажешь вообще, чем можно заниматься в этой профессии, люди не понимают, и вот это получается, ну, когда ты профан в чем-то, да, у тебя всегда фобия. И, соответственно, вот пока ты не поймешь, что вот это надо делать так и так, ты этого боишься, лучше вот, ну, как бы не сталкиваться, ну, не делать. Да. А когда ты там приедешь в Москву, да, посмотришь, как работают службы, как помогают этим детям, что там прекрасные все очень, как сказать, ресурсные люди работают, которые могут улыбаться, смеяться, шутить, да, когда надо и уместно, а когда надо, промолчать и поговорить и так далее. И плюс они классные специалисты. И тебе тоже хочется быть таким, да, и точно так же хочется помогать. И вот мы, когда работаем в паллиативной службе, меня тоже очень спрашивают часто, как вы там работаете. Я говорю, слушайте, мы такое получаем удовлетворение от нашей работы, вот и сегодня, здесь и сейчас, помогая этим людям, что это дорогого стоит. И более того, это все, меня, например, еще заводят то, что эти дети никому не нужны. Это, знаете, это как на войне, да, если бы вот там, значит, раненые, да, и мы все такие говорили, нет, мы будем заниматься только там вот здоровыми солдатами, там массаж им делать и профилактику. Ну, а если люди раненые, мы что, их будем бросать, что ли, да, и пусть они там подыхают от боли, там, от гноя, да, и всего остального? Нет, конечно. То есть мы все равно будем помогать и заниматься. И дети, тем более здесь дети, да, и это, значит, это не только дети, это же семьи. Да, это же целый, получается, мир, который страдает из-за того, что ребенку не оказывается помощь. И половина почти из них в опасности. Да, ну, просто да, да, да. Это взрослые и здоровые люди, которые, ну, даже в практических государственных каких-то вопросах могли бы пригодиться. Да, да. Ну, да. Вот если мы называем цифру, что у нас в России потребность 180-200 тысяч, это дети. А в среднем надо эту цифру умножить на 3, а то и на 4. Это минимальная зона поражения, потому что ребенок не болеет один. Да. Страдает его ближайшее окружение. Посчитайте, сколько братья, получается. Братья, сестрички, это же бабушки, все. Дедушки, бабушки, да? Дедушки, да. Это вся семья вовлечена, да. Друзья, близкие, там, сослуживцы. Хорошо, как вы считаете, когда вот этот минимальный все-таки порог у нас возникнет? Вот вы говорите, сейчас у вас еще нет этих людей на примете. Мы очень надеемся, что это случится очень скоро. Почему? Потому что, во-первых, пошло финансирование, да, заинтересовано государство в принципе, и оно очень сильно все регионы, значит, заставляет эту помощь стартовать. Дали деньги, дали оборудование. Заинтересован Минздрав. Мы общались вот с региональным краевым Минздравом. Они очень заинтересованы. Уже есть программа развития детской паллиативной помощи. Осталось найти специалистов и понять, ну, действительно, вот технически, да, как это сделать лучше, чтобы не весь край, а все-таки, может быть, действительно начать с какого-то пилота. Я очень надеюсь, что это произойдет, может быть, в этом году. И уже, может быть, в Хабаровске, ну, действительно появится выездная служба, которая будет ездить и оказывать помощь дома. Давайте на этой волшебной, замечательной ноте прогнозе. Я во всех сложных временах всегда верю в прогнозы, астрологические, прогноз погоды, все. Это мое любимое, поэтому я очень надеюсь, что он сбудется. Мы тоже. Да, сегодня какая-то раз растущая луна, поэтому все к нам. У нас в гостях были Карина Вартанова и Наталья Сава, благотворительный фонд «Детский паллиатив». Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш инстаграм khv.tv. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на YouTube-канале телеканала «Хабаровск». Я, Надежда Выходцева, прощаюсь с вами. Будьте здоровы, не болейте.